соперников. Ну, плей-офф, такие подарки мало допустимы. Бутянков очень обманул красиво. Вот Кальтолия за средний братки. Элиты в защите играли. Здесь Бутянков 2 набирает. А вот именно в плей-офф. Корзина Ярослав. Александров, свой любимый бросок. Бутянков помогает, выбивает фаул. Против паркета. Обыгрывает он его. Пашин мажет. А Бутянков забивает это. Александров. Бутянков. Айцов бросает неимоверную дистанцию. И в середине Артем с Бутянком заталкивает буквально этот мяч Айцов. Бутянков получает мяч. Идет в проход, бросает очень дальний бросок. Бутянков 4 издали. Кстати, ну правда у него всего 6 секунд. Бутянков будет бросать издали. Там находить какие-то варианты нападения. Ну вот, пожалуйста, Белов сверху. Там преимущество, конечно, игроки в физической силе. Нормалую пиздили. Опять же. Долго думал на оправе на бросок. Баба! Да, и Бутянков, Саш. Не успел мяч увидеть Михаил Карпачев. И выловил мяч, и Бутянков разворачивается, бросает и попадает. Бутянков, времени осталось мало. Кинул на себя двоих, и Бабушкин один абсолютно остался, но там... Оставили цветную зону, и Бутянков смещается в лицевую, разворачивается, бросает реально. Преимущество, чем оно было в 10 минутке. Бутянков через Александрова и Бутянков.